Чебоксарах полицейские предотвратили массовую драку. Вечером 22 октября в дежурную часть поступили сообщения от горожан о том, что на улице Калинина и Гагарина в Чебоксарах собрались многочисленные группы молодежи. Подробности этой истории в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Молодые люди были задержаны стражами порядка и доставлены в первый и второй отделы столичного управления МВД. Как выяснилось позже, ребята в возрасте от 15 до 20 лет намеревались выяснять отношения друг с другом. Но осуществить задуманное им не удалось. Что массовые беспорядки, хулиганские проявления и не иные правонарушения, и за иные правонарушения предусмотрена и уголовная ответственность, и административная ответственность. Мы знаем, для чего вы собирались. С молодыми людьми были проведены профилактические беседы. Им и их родителям полицейские напомнили, что за организацию и даже участие в массовых беспорядках можно угодить за решетку на срок вплоть до 15 лет. Не губите свою судьбу. Не создавайте условия, чтобы для вас, у вас родители за вас плакали, переживали. Нам бы всем хотелось, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласен. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого из доставленных молодых людей к массовым сборам.